Приветствую вас. Вы описываете, безусловно, ряд проблем. Именно ряд проблем, на которые вам имеет смысл обратить свое внимание. Обратите, пожалуйста, внимание для начала на то, что вы не задаете вопрос свой. То есть вы просто описали проблематику, да, вы просто описали ситуацию, вот, но вы не, не описали вопрос, не написали вы того, что хотите, то есть что вам нужно от психолога, в какой помощи вы хотите от психолога, вот. И, соответственно, здесь вы оставляете, как бы, в нашем видении то, как вам отвечать. Вот. Ну, на мой взгляд, это не очень хорошая история, потому что все-таки лучше было бы, если бы вы задали, ну вот, задали вопрос свой, да, лучше было бы, если бы вы его задали. Ага, теперь, значит, что касается ситуации. Во-первых, желание держать все под контролем, стремление держать все под контролем, это способ защиты. Это способ защиты, вот, и это не просто даже способ защиты, а это скорее, значит, уход. А уход от реальности, это уход от проблем. Это уход от чувства незащищенности, ну вот, это уход от ваших личных границ, которые вы чувствуете незащищенными, вот, понимаете, какая штука. То есть вы не защищены, вы не простроили свои личные границы, вы пытаетесь все контролировать. Вот. Понимаете? Какая штука? Это первое. А второе. Второе. Значит, так. В последнее время вам дается с трудом все контролировать. Почему? Потому что ваши чувства, ваши желания, которые вы подавляете за счет контроля, они дают о себе знать все больше и больше. И чем больше вы хотите, чем больше вы хотите контролировать себя, тем больше у вас это не получается. Вот. Почему? Потому что то, что вы в себе подавляете, отчаянно просится наружу. И это нормально. И вам нужно понять, что жизнь, она настоящая именно в том, чтобы не контролировать себя, а чтобы следовать именно своим чувствам, чтобы следовать своим желаниям. Понимаете, какая штука? Вот. Именно в этом направлении вам имеет смысл двигаться. То есть не контроль, а именно личные границы. Не необходимость все контролировать, да, и постоянно защищаться.
А, именно иметь четкие личные границы понимая, например, что вы хотите, понимая, например, чего вы не хотите, понимая, например, где заканчиваетесь вы, где начинается другой человек, вот в этом направлении двигаясь, вы можете, в общем-то, вы можете обрести более гармоничную жизнь. Вот. Дальше. Постоянно преследую тревогу, что я упустил много шансов, и то, что собственноручно создает себе проблемы на ровном месте. Это так, потому что контроль подавляет ваши чувства, поэтому тревога здесь вполне себе оправдана. Вот. Тревога здесь вполне себе справедлива. Вот. Вы действительно свои чувства подавляете, вы действительно не позволяете себе существовать, идти по жизни так, как вам хотелось бы. Вот. А дальше. Стало очень трудно совмещать учебу, внеучебные дела и личную жизнь. А потому что здесь вы пытаетесь руководствоваться своими интеллектуальными конструкциями. Вот, именно интеллектуальными конструкциями. Именно, если угодно, когнитивными конструкциями. Вот. Но не чувствами. Вот. Своими чувствами вы не руководствуетесь, вследствие чего вам это все тяжело, потому что это все происходит не по-естественному, а потому что надо. Вот, ну, так недолго дойти до депрессивного состояния, соответственно, да? Вот. Дальше. То, что касается ваших ожиданий. Ваших ожиданий в контексте родителей. То есть родители имеют какие-то ожидания по отношению к вам. А это, на мой взгляд, тоже очень, очень важный момент, потому что следуя ожиданиям своих родителей, вы не следуя ожиданиям своих родителей, вы не живете для себя. Ну, по факту. Вот. И значимость, и важность ожиданий родителей вы ставите, ну, выше. Вы ставите выше себя. Ну. А это, ну, это, соответственно, достаточно трудно. Ну. Поэтому вам так сложно. Вот. Поэтому я думаю, что здесь необходимо работать с вашими ожиданиями. Точнее, ожиданиями от родителей, скажем так. Ну, более правильно было сказать, да? То есть, то, что вы хотите, чтобы родители вас любили и принимали,
И взамен вы пытаетесь оправдать их ожидания. Но в итоге это только лишь порождает несвободу, да? Вашу. Вот. Как вы видите. Поэтому история и момент здесь в том, чтобы вы определили, почему вам так важно именно ожидания родителей оправдывать. Ведь живете ли вы, живете вы, а не родители, а получается, значит, ну, получается, что вы делаете это для родителей. То есть сами вы, получается, не живете. Вот. И в этом, собственно, и заключается основная ваша сложность, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. По моему мнению. По моему мнению. А вот то, что я могу вам сказать. Опять же, исходя из того, что вы написали, да, исходя из того, что вы сказали. Такая вот история. Я очень надеюсь только лишь на то, что вы задумаетесь над этим всем и сделаете для себя какие-то выводы. Я вам желаю всего самого доброго. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого-самого хорошего, гармонии, успехов.